Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Realme 10 Pro Plus. И сейчас мы разберемся, как сбросить с данного телефона аккаунт WhatsApp на другой телефон. Итак, для этого, во-первых, нам нужно сделать резервную копию на нашем Realme. То есть заходим в три точки в правом верхнем углу, переходим в настройки. После чего выбираем чаты и спускаемся чуть вниз, резервная копия чатов. Здесь мы должны убедиться, что у нас установлен аккаунт Google, который есть на этом телефоне. После чего нажимаем «Создать резервную копию». Когда резервная копия готова, нажимаем здесь «Принять и продолжить», вводим номер телефона. Нажимаем «Далее». Нажимаем «Ок». СМС-ка недоступна, воспользуемся звонком. Принимаем звонок. Слушаем код проверки, вводим его. Разговор можно завершить. Нажимаем «Далее». И на этом все. Чаты были восстановлены и перенесены успешно. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. До скорых встреч!